еще продолжу. Такая площадка специально оборудована, тут что-то может проходить, ну не знаю, я не знаю, что здесь проходили какие-то мероприятия, я не помню. Все это проводится в центре города, я покажу еще это место, там устанавливается сцена. Это праздники, День независимости, День города, там все происходит. Место очень красивое, приятно прогуляться. Летом, конечно, тут жарко, ну что сделаешь, такой климат. Вот уже конец парка, такая вот дорожка в круговую, женщина делает кросс. Бегают тут редко, обычно ходят. Бегают именно, занимается спортом так. Ну и климат все-таки, я думаю, играет значение. Ну и ходьба — дело неплохое, если люди целый день сидят, к примеру, в офисе или на какой-то такой работе, то потом пройтись, вечером прогуляться все-таки очень хорошо и полезно. Вышло. Вот такой у нас, вот такая у нас площадка. Люди подъезжают, подъезжают. Машин, видите, сколько. Вот приехали с детьми. Ну и вечером много, еще раз повторяю, с детьми.